20 сентября возле администрации прошел совместный инструктаж полиции, сотрудников добровольной народной дружины и казачества. Такие инструктажи у нас в городе проходят один раз в квартал. Со стороны полиции присутствовали сотрудники уголовного розыска, патрульно-постовой службы, ГИБДД, участковые уполномоченные, специалисты инспекции по делам несовершеннолетних и кадрового аппарата. Для всех участников уточняются задачи на предстоящее дежурство и доводится необходимая оперативная информация. Руководители подразделений проверяют внешний вид сотрудников, наличие документов, нагрудных знаков, обеспеченность форменным обмундированием, осматривают служебные машины. Сотрудники патрульно-постовой службы отрабатывают приемы борьбы. Руководство полиции и администрации наградили казаков и дружинников благодарственными письмами за помощь в организации правопорядка во время празднования Дня города и выборов в региональную думу. Начальник отдела полиции по Десногорску Юрий Гришин рассказал, с какой целью проводятся такие мероприятия. Данные мероприятия проводятся в целях популяризации, как бы мы привлекаем сотрудников, дружинников, казаков для охраны общественного порядка на территории обслуживания города Десногорск, чтобы граждане знали, что в любое время, и днем, и ночью, они могут обратиться к полиции, им расскажут, помогут и направят их на правильные и праведные дела, как бы чтобы жители ночью спали спокойно. А мы их будем охранять. Совместные инструктажи направлены на формирование положительного мнения о действиях органов внутренних дел, повышение их авторитета, привитие профессиональных навыков и высоких моральных качеств сотрудников полиции, а также поддержание образцового внешнего вида и строевой выправки. Алина Сазонтова, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.